Привет всем, кто сейчас пришел к нам на сегодняшнюю медитацию. Как прошел ваш день? Я надеюсь, ваш день прошел хорошо. Если не очень, то мы уберем все негативные чувства, ощущения сегодняшнего дня. Сядьте так, чтобы вы могли в течение 5-6 минут концентрироваться и не отвлекаться, чтобы вы могли войти в определенное энергетическое пространство. И почистить себя, свое энергетическое тело и наполниться новой энергией, радостью и стремлением жить. Итак, слушая шум волны и тихую музыку, глубоко вдыхая в себя, и выдыхая, мы медленно погружаемся в эту волну. Еще раз глубоко вдохните в себя. Я скажу, что эту медитацию хорошо слушать в наушниках, потому что используются специальные тоны. Тон, помогающий настраиваться более глубоко и более также глубоко войти в энергетическое свое пространство. Закройте глаза и слушая приливы волн, и слушая мой голос, просто привыкните к этому состоянию с закрытыми глазами. Дышите ровно, не сдерживая дыхание. Дыхание течет по всему вашему телу, от макушки головы до самых пальчиков ног. Ваше дыхание распространяется в руки, в спину, но течет по стопам ног, выходит куда-то туда, глубоко, далеко, по земле. Еще раз глубоко вдохните в себя
и выдохнув, представьте бескрайнейший океан. Вы стоите на берегу этого океана. Подойдите ближе к накатывающейся на вас волне. Накатываясь, волна уносит с ваших ног цепи дня, цепи мыслей, груз и тяжесть, которая образовалась в течение этого дня. Позвольте этой волне смыть весь груз дня, может быть, какое-то негодование, сопереживание, эмоции, которые скопились в ваших ступнях. Следующая волна, накатываясь, омывает ваши колени, унося с собой все грузы, которые вы насобирали не только сегодня, но и по жизни. Неважно, как выглядят эти грузы. Дайте этому быть. Дайте этой волне омыть ваши колени, суставы и наполнить их чистым голубизны. Следующая волна, накатываясь, омывает ваш низ живота. Ваш живот, внося всю неуверенность, всю незаконченность и все то, что вы оставили в прошлом. Все то, что уже отработано и не нужно. Новая волна, принося с собой голубо-белый свет, заполняет ваш живот, все, что ниже живота, ровным, желтым светом, светом солнца и тепла, вычищая все ненужное, все отжившее и отработанное. Вычищая материальные неудачи,
незаконченные цели. Убирая все то, что вы сами не хотите иметь. Может быть, сейчас вы видите какие-то картинки сегодняшних событий. Омойте их этой голубо-белой волной и наполните ярким солнечным светом. Следующая волна, накатываясь, омывает вашу грудь, унося все тревоги, все ненужные отработанные чувства, унося негативные отношения к себе и к другим. Наполняет это место чистой, голубо-белой, прозрачной энергией. Любовью к себе, любовью к другим, терпением и осознанием себя. Следующая волна накатывается на область вашего горла, вашей шеи, промывает всю вашу шею, горло, бронхи, легкие, идет по спине и убирает все заторы и преграды, всю боль. Все то, что вы сейчас сами видите. Какие-то застрявшие ссоры, передряги, конфликты. Все вымывается. И отмытые места наполняются голубо-белой энергией, прозрачной, как свет, но чистой, как солнце. Следующая волна накатывается на вас и омывает область вашего лба, захватывая лицо и всю голову. Она вымывает все негативные мысли сегодняшнего дня. Следующая волна накатывается на вас и полностью
покрывает вас голубо-белой лазурью. Это ваша защита от негативных событий, от вашего же негативного влияния на разные события в жизни. Наполняйтесь этим светом. Полностью заполняйте все ваше энергетическое существо, ваше физическое тело, освобождая его от груза сегодняшних событий и проявлений. Приводя тело в равновесие, спокойствие и радости жить. Наполнитесь этим светом, как наполняется драгоценный сосуд. Глубоко вдохните в себя и выдохнув, останьтесь еще в этом состоянии. Еще раз глубоко вдохните в себя и привнесите в свою жизнь всю мощь этого защищающего света, радости, уверенности, успеха и здоровья. Глубоко вдохните в себя и выдохнув, медленно открывайте глаза. Посидите еще пару минут, не шевеляясь, чтобы энергия, которая проходит через вас, заполнила вас полностью. Насытила вас на следующий день новыми идеями, новыми свершениями и возможностями. С вами была Ольга Бюме, Земля Света. Приходите к нам. Пока.